первую задачу поставил, короче, я уезжаю отсюда, еду назад, в Молькино и там по всем. Ну вот мы переговорим. А что-то поменялось или что-то? Нет, просто там на месте организовывать, он говорит, уезжай туда и 3-4 дня там все организовывай, доводи мне, чтобы... Ну, неправильную информацию доводят там и так дальше. Там с ранеными не могут до конца разобраться, что там, там вопросы начинают задавать, где наши 100 миллионов, нам выделили 100 миллионов, блядь, на общий, блядь, призовой по жизни, а вы даете по 150 тысяч, блядь. Вот, от кого-то пошла такая откуда, информация. Откуда такая информация пошла? Так я вот, такой не давал никому. Ну, вот про что идет вопрос. Потому что мы пришли все нах, а там Александр Анатольевич справиться с ситуацией не может. Поэтому он говорит, все, едь туда, разбирайся. Хрень какая-то. Ну, вот какая-то идет. Ну, понимаешь же? Я никому вообще ничего не говорил. Угу. А это откуда, я не знаю, блин. Значит, утечка идет непосредственно оттуда, из Молькина.